Игорь попросил сняться в музыкальном клипе группы Патрик FM. Патрик FM. Очень красивая пара. Он пока особо не нужен. Просто улыбнись. Хей-хей! Мы находимся в парке интервенции. Игорь попросил сняться в музыкальном клипе группы Патрик FM. Патрик FM. С кем-то, да? Или... ну там совмест, да, там еще Леня еще чек мыслей, у него там куплетик. Отлично. Вот, в общем, здесь должна быть столько. Народу много вообще просто. Очень много народу. Сейчас мы будем выбирать. Идея ваша, да, с кем-то, Игорь? Ты писал сценарий? Да. С кем-то, наверное, тебе помогал? Очень много менялся много раз сюжет. Uh-huh. Сначала он был более простой, потом все-таки, ну, как-то мы в такую абстракцию, в мистику ушли. Uh-huh. Вот. Игорь, расскажи вообще в двух словах примерно, что это. О парне, который не может найти там счастье в жизни, попадает в какую-то депрессуху, потом он находит вроде как какую-то мотивацию. Да нет, мотивацию он не найдет, скорее он будет... постоянно в каком-то замесе. Вот. И, ну, хотим передать просто некоторые состояния картинками. То есть, допустим, там гламур немножко передать по-другому. Или... падение вниз. Да, да, падение вниз. Такая абстракция. Что важно в этой жизни, что важно. Ребята, ищем локацию для начала клипа. Арка нужна, подъезд нужен. Арка? Ты где Арка? Ана, ты где Арка? О, одеяло, нельзя спать. Да, у меня чистенький. Новый тренд. Смотри, одеяло вообще крутяцкое. Новый тренд, видишь? Огонь. Я бы сам себе домой забрал. Так, ну что? Ну что, вы тут присмотрелись? Да, мы тут есть что показать, но, наверное, всей толпой не будем ходить. Старая. Вот она, да? А Слава выжил, да? Такая сомнительная компания. Одежду выбираем. Сережа, что-то. Идем в магазин. Так, Игорь, одежду нужно. Идем Леху одевать. Блин, вот это, конечно. Леха тебе подарок. Проект просто какой-то. Смотри, да. Он просто на свадьбу выбирать. Ну. Не, ну нужна как-то. Нужна какая-то такая тоже, чтобы не ржать потом. Ну да. Вот. Как сказать? Ну вот, цвет. Это не белый, да, допустим. Нормально, да? Ну вот это не делает. Вот это тоже не делает. Слушай, а если не рубашка, может кофту какую-нибудь, не? Ну тоже. Ну они такие все пафосные. Рубашка может порваться, поинтересно. Вы решайте, мне все равно вообще. Я причем не был, сколько какие есть. Сумма-то вообще. 50 рублей и кофта. Это что типа, бэкстейдж? Это, короче, он блог снимает и вот на эту штуку. Что это? Это аналог экстрим камеры GoPro. Привет. Подглянем за Лехой, подглянем за ним. Как бы подглянуть. Опа. Опа. Как дела? Не надо. Нормально. Нормально? Ну да. Пойдет. И не жалко порвать. Все, берем. 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 Отлично, мне тогда да. Спасибо, ребята, большое. У меня сегодня день рождения. Ну что? Я рад очень. Это великая кофта. За 250 рублей. Как-то понятно, кто это. Кинг-Конг на барабанах. Сиськи накладные. Только ноги не накладные. Давай.
отдельности. Я уже, по-моему, расслабь булки. Уже некуда. Не надо мимикой. Ты её шипеть. Ну, схватит из-за жизни. План будет вот тут, когда вы сняли, до него уже накопались. Да не ржи, блин! Да ну издалека здесь. Да не улыбайся. Да не улыбайся. Улыбаешься. Я могу не улыбаться. Снимаем. Просто чернота у меня. Просто чернота. У меня сейчас я посмотрю. Обожженный глаз. Давай, Слава, еще. Идет процесс съемок. Я в кофте. Холодновато. Да, я накину сейчас. Ясновидящий. Отлично. Очень красивая пара. Он пока особо не нужен. Очень похожи. Детские праздники кончились. Все, сегодня закончено. Первый. Я буду в зеркало, я буду каждое утро ходить. Ура! Все отлепляются. А, да, я сейчас не знаю. Кого там? Что такое? Боже. Первый съемочный день. Успешно окончен. Главное не заболеть и продолжать съемки. Второй день съемки. Я так и знал, что ты будешь снимать его по-любому. Второй съемочный день. Клипа. Игорян. Да. Привет. Здорово. Блин, Сига. Как раз ты, блядь, начал снимать. Ну, пока тут подождем. Че, Игорян, готов? Второй день. Готов. Да нормально, что на улице тепло, да? На улице, кстати, сегодня даже, по-моему, теплее, чем вчера. Теплее намного, можно вообще даже. Вчера было намного, как-то холоднее, хоть и было солнце. I'm your dream. Make Kirill. I'm your eyes. You my steel. I'm your pain. You can feel. Said but true. I'm your dream, make you real. I'm your eyes when you must steal. I'm your pain when you can't feel. Said but true. I'm your dream, mind the stray. I'm your eyes, but I'll go away. I'm your pain, while you repay. You know what said but true. Можно зарабатывать, знаете ли. Говорю, а что так миленько-то? Так миленько? Надо, миленько, надо... Где размах? Где размах? Может, подайте честно на бухло? Подайте честно на бухло. Да, мне кажется, вот, как бы, ну... Подайте честно на еду как раз лежит, да. Не хватает для салата. Кокетливый, кокетливый. Яркое пятно! Климатерапия. Листья там, да? Листик лежал на поляне. Яркое пятно. Все нормально. Белый. Конкретно этот хороший сны. Игры плохие сны. Никнейм. Поддайте на яду. На яду. На яду. Подайте на яду, пожалуйста. Падайте на яду. Падайте на яд. Падайте на яд. Игорь, вы готовы, да? Да, ну, в принципе. А, ты ему? Я да. А, вот двое Игорян. Сейчас одевать. Игорь 2. Одевать опять вот эту за 250 рублей купленную в коммуналке, хотел сказать. Комиссионки. Типа отжал. Переодеваться, да. Здравствуйте, все переодеваемся. Переодевайся. Не будем подглядывать. Да-да-да, не надо подглядывать. Вот что бывает с басистами, когда они долго не играют на басу. Давай, Лёх, ну что ты там? Покажи, блядь, нам Рамштайн группу. Поехали. Лёха сейчас справа отсюда вот так бежит вдоль этой стенки. Получается, он как продолжение. А? Той арки цвет зеленый, а этот розовый. А там разве видно? А ты снял? Просто улыбнись. Хей-хей! Отлично. Ну так прикольно. Ну и реально американская вся эта атмосфера. Чай с лимончиком.
термос где-то тут был. Термос, да. Ребята на Афгане воевали. Олег, полковник. Он потом подползет уже... Подпоручик, бля. Подпоручик решет. Уже к готовому месту и начнет просто писать. Подпоручик Леха, бля. Все равно никак не показать его там на заднем фоне. Make Kirill. I'm your eyes. Люди не понимают, что происходит. Да, то есть директор пошел просто. Директор мебельный. Мебелки. Директор аптеки. Да, не надо. Ну через раз там, ну, секунды-две вспышки. Секунды-две вспышка. Гранит продает. Он сейчас будет стоять там, ты, короче, стоишь, там знаешь, поправил такой, там, давайте фотки, мне что-нибудь рассказываем. Вот. Вот такие пока действия сейчас делаем на данный момент. Играй, просто играй, давай. Тебе подошли, просто тебя снимают, ты приехал, не знаю, ты очень знаменитый человек, популярный. Тебя увидели, у тебя что-то берут, интервью, фоткают тебя. А второй из моего агента спросите. А как вы потратились на первый миллион? Первый миллион. На что? Давай, давай, Лёва, давай. Что там продала? Не смущайся. Продал Атлантику? Что? Как мы заработали свой первый миллион? Продал Атлантику. Типа вот так меня смотрит, там так меня, там поворачивайся к ним по всякому. Давай, давай, Игорь, повернитесь на полку. Да, повернитесь. Вы сегодня побрились? Пальчиком, пальчиком. Лёха, Лёха, мешаешь? Какой хороший мальчик, молодец. Давай ещё. Давай, скоро переключимся на них уже. Чувак. Да, просто стоит с микрофоном. Кися, давай, фоткаем тебя. Вот это безумие прям, знаешь, такое вот. Все туда. Это безумие. Безумие. Все туда уходите. Я не знаю, я закаменел уже просто. Чё, как? Состояние? Да, это вообще, реально, вроде... Всего лишь 2 минуты, блядь. Чё, ничего не говори, блядь. Сейчас... Чё там, Атлантику продал? Всё, да, продал. Давай, выключай, эту штуку. Погодял, арбуз, блядь. Вот этот речитатив должен проговорить данный персонаж. Ну-ка, давай, репетиция. Что там? Просто закон мечты, как дети, чрезвычайно обидчивые, да? Только тебе надо без вот этих, без эмоций, то, да, что короче, вот, ну, вот так можешь сделать, но вот эти движения не надо. С телефона пришел. Главное, да? Него. Не, ну так тоже не стоит. Зачем так стоишь? Готов? А можно, Лёха, отвернись вообще, да, просто? Я вот, ну, ладно, стой так. Давайте. Раз, два, три. Простой закон мечты, как дети, чрезвычайно обидчивы. Они не отдают никому предпочтения. А теперь нужно тебе дальше, по тексту. Пиздец, реально, это сложная роль. Реально, нет, да давай, ну насрать, я как, только я просто текст не знаю дальше. Предпочтение. Кстати, реально, главные роли были даже легче, реально. Да, Атлантику было легче продать, да, чем этот текст сказал. Действительно, легче было продать Атлантику, чем сказать этот текст. Может, тогда вот эту последнюю сцену в другой день?